В Европе завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Одним из интереснейших матчей стал поединок в Англии, где Арсенал на своем поле обыграл Пари Сен-Жермен со счетом 2-0. Оба гола были забиты усилиями Кая Хаверца и Букайо Сака. Лондонцы по всем статьям превзошли ПСЖ, поэтому итог встречи вполне закономерный. Байер, ставший главной сенсацией предыдущего сезона в родных стенах, взял верх над Миланом 1-0. Все решил точно удар Виктора Бонифейса на 51-й минуте. Леверкузенцы выглядели фаворитами встречи и подтвердили свой статус. Хотя гости могли неоднократно отыграться, но в этот вечер удача благоволила команде Хаби Алонсо. Барселона после холодного душа от Монако в стартовом туре в этот раз не подкачала своих болельщиков, разгромив на своем поле Young Boys 5-0. Дубль оформил Роберт Левандовски, также отличились Рафинья и Ниго Мартинес, а под занавес матча Мухаммед Али Камара отметился автоголом. Перед самым финальным свистком швейцарцы могли размочить счет, но не воспользовались своими возможностями. Манчестер Сити ожидаемо победил на выезде с Ловом 4-0. Можно сказать, игра была сделана в первом тайме, когда по голу забили Илкай Гюндоган и Фил Фоден. А после перерыва Эрлинг Холланд и Джеймса Маккейти довели счет до разгромного.